Всем привет, я Алена, добро пожаловать на мой канал. Ну что, девочки, пришло время проводить розыгрыш. Извиняюсь, что задержалась, дома не было, бегала по делам. Ну, мы быстренько с вами сейчас проведем розыгрыш. Итак, зашла я на свой канал. Теперь я копирую ссылку своего видео. Захожу в генератор чисел, взяла самый простой, чтобы было легче и удобней. Так, ставить. Да, уже стояла. Все, нажимаем генерировать. И так, первый победитель — Ольга Визикова. Проверяем, есть ли я у нее в подписке, подписан ли этот человек на меня. Проверяем, смотрим, ищем. К сожалению, человек на меня не подписался. Очень жаль. Нету. Меня, к сожалению, здесь нет. Ну, соответственно, ссылку проверять не буду, потому что человек на меня не подписался. Очень жалко. Давайте дальше. Дальше Дарья Дмитриева. Заходим. Смотрим подписки. И опять же, человек на меня не подписан. Как-то странно очень. Давай дальше. Причем ссылки нету на ВКонтакте, репост. Вера Леонтьева, заходим. Вера Леонтьева, может, ты на меня подписалась? Так, канал открытый. Нет, канал закрытый. К сожалению, девочки, принимайте участие правильно. Ведь миллион раз говорила, что были открытые каналы, чтобы можно было проверить. Так, смотрим, подписан ли человек на меня. Опять же, подписки нет. Почему? Почему нет подписки? Дальше. Ксения. Ну, может, ты Ксения? Так. Подписки открыты. И, о да, человек на меня подписан. Смотрите, я нашла себя. Боже, боже, уже радость огромная. Проверяем. Репост. Так, вижу. Ксения добавила репост на своей страничке. Ура! Ура! Товарищи! Первый победитель у нас явно вышел вперед. Ксения, я тебя поздравляю. Обязательно свяжись со мной, или я с тобой свяжусь. Продолжаем дальше. Генерируем. Следующий победитель — Аленка П. Проходим. Интернет у меня что-то сегодня не хочет быстро работать. Проверяем подписку. Ищем себя. Меня нет. Жаль. Очень жаль. Моя тезка не подписалась. Вот так вот принимает участие Дарья Жукова. Проходим. Смотрим подписки. И меня, к сожалению, нет. Но я знаю, что люди хотят участвовать, принимать участие, получать какие-то подарки. Так я не против. Если вы выиграете, я обязательно вам отправлю. Так вы хотя бы на время конкурса подписывайтесь, что ли, чтобы не занимать ни ваше, ни мое время. Дальше. Вера Леонтьева. Так, мы заходили уже к ней. Дальше. Лена. Так. Нету ссылки. Не буду даже проверять. Так, а можно ссылку на это? А, понятно. Так, Юлия Барышникова или Барышникова. Барышникова, наверное. Так. Закрыт аккаунт.
не посмотреть, подписан человек или нет. Да что ж такое-то, мне как с трудом просто победители. Майя. Майя, господи, подпишись. Очень тяжело проводить, девочки, конкурсы, когда вы неправильно принимаете участие. Ведь говорила все. Итоги. Ну, понятно, а ссылка где? Диана Манукян. Извиняюсь, если неправильно произношу фамилию. Так. Подписчики закрыты. Да вот что ж ты так, Диана? Мне кажется, в следующий раз розыгрыш я буду разыгрывать просто. Вот кто попадет, тому и попадет. Без всяких репостов, без подписок, потому что это столько времени. У меня и так буквально секундочка. Ура, Ирина Маркова, ты на меня подписалась. Давай быстрей. Смотрим, смотрим. Репост. Боже. Ура. Второй победитель. Я вас поздравляю. Это просто счастье. Вы большая молодец, Ирина. Я вас просто поздравляю. Второй победитель известен. Давайте уже последнее, третье место. Так. К сожалению, нету ссылки на репост. Вот, есть ссылка на репост. Вот, оставляете по 5, по 6 комментариев. К сожалению. Так. И что? Ага. Я себя вижу. Вижу, вижу, вот я. Все замечательно. Человек на меня подписан. Смотрим на репост. Лена Романова, Самара. Ищу репост. Свой репост, как он далеко. Все, репост я увидела. Елена, я вас тоже поздравляю. Вы третий мой победитель. Я с вами обязательно постараюсь связаться, и вы со мной свяжитесь. Так что, девочки, Лена Романова, Ирина Маркова и Ксения Каминкова, или как правильно, Корниенко, извиняюсь, если неправильно произносила ваша фамилия. Я вас поздравляю, три победителя наконец-то у меня вышли. Девочки, кто не выигрывал, пожалуйста, не расстраивайтесь, я на следующей неделе буду проводить очередной розыгрыш. Так что не пропускайте мои новые видео и не расстраивайтесь. Всех победительниц я поздравляю и прошу со мной связаться. Всем спасибо. Всем пока-пока.